Привет, друзья! Вот и подходит к концу 2021 год. И от всей нашей команды мы хотим поздравить всех с наступающими новогодними праздниками. Хотим пожелать успеха в новом году и отчитаться о наших успехах в завершающем. Начнем с самого важного. Мы участвовали во всенародном конкурсе Unreal Engine 4 игр и выиграли коммерческую лицензию Unreal Engine 4 и 5 для всех платформ. До недавнего времени у нас были только прототипы и отсутствовал основной игровой процесс. Мы даже пробовали кооперативный режим, но решили отказаться из-за крайне сложной разработки. Для решения этой проблемы был написан искусственный интеллект и отработаны основные поведенческие механики. После все старые механики, работавшие исключительно на блупринтах и костылях, были удалены. И с нуля были собраны новый плеер-контроллер, система взаимодействия с интерактивными объектами, система изучения объектов, система взаимодействия ИИ с интерактивными объектами, система сохранений, система субтитров, система крафта и лечения, реализовали инвентарь, отточили левел стриминг и настроили локализации. И под конец года мы успели пересобрать вводный уровень, который демонстрировали раньше как демку-прототип. В нем стало значительно больше интересного. Новые объекты для взаимодействия, профессиональная озвучка и введение в сюжет. Сейчас мы заканчиваем тестирование среди патронов и самых активных подписчиков Discord-канала. Они проделали немалую работу, чтобы сформировать важный для нас фидбэк, за что выражаем им огромную благодарность. Теперь наша приоритетная задача – выстраивание игрового процесса на новом уровне, баланс искусственного интеллекта и ряд тестирований в сформированной тест-группе. Это итеративный процесс для получения хорошего геймплея. Также мы будем участвовать в ряде конференций и конкурсов в следующем году. Подписывайтесь на нас, следите за обновлениями и… До встречи в 2022 году!